Здравствуйте, с вами магазин AutoZook.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных линз от компании InfoLight. Это B-линзы, серия J12. Поставляются в фирменной упаковке данные линзы. Вот так вот упаковано. Здесь находится гарантийный талон. Два драйвера в металлических коробках, герметично заклеены, были влагозащищены. Дополнительные переходники под разный цоколь ламп. Фиксаторы имеются. Также металлические пластины для крепления. И сами линзы. Вот так вот выглядят линзы. Линзы уже со встроенными светодиодами. Линзы на ближний и на дальний свет. Здесь шторка переключается. Встроен кулер для активного охлаждения. И также мы видим, есть металлический радиатор для пассивного охлаждения. То есть работают два охлаждения сразу. Мощность данных линз 40 Вт. Довольно-таки увесистые. Размер 2,8 дюйма. На размер обязательно всегда обращайте внимание, потому что фары в автомобиле разные. Есть линзы больше, есть меньше. Надо это все учитывать. Одну из линз мы сейчас подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Вот так вот отсвечивает данная линза. С четкой светотеневой границей, которая не слепит других участников дорожного движения. Мощность светового потока в данных линзах заявлена 3000 люмен. Цветовая температура 5000 Кельвин. Отсвечивает очень и очень ярко. При покупке на комплект линз обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость. Вы сможете узнать на нашем официальном сайте autozook.ua.